Здравствуйте, уважаемые подписчики канала и зрители. Спасибо вам за лайкосики, спасибо за комментарии. Не забудьте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на канале. И у нас появилась новая функция на канале – спонсорство. Кнопочка находится справа под видео. Кто желает стать спонсором канала, поддержать канал, милости просим. Для спонсоров будут определенные подарки, и спонсоры раньше других могут просматривать видео в полном объеме. Друзья, ну а кто не желает стать спонсором канала или у кого нет возможности, ничего не изменится. Вы также будете просматривать ролики, но немножко позже. Всем спасибо. Смотрите ролик. Вчера я встретился с Ксюшей, с нашей с Рыженькой. Поменялись мы с ней подарочками, так получилось. Передал ей там вещи, которые купил лично, и передали подписчики для нее. Юлечка, вам огромное спасибо с Володей. А всем друзьям хорошей погоды сегодня в Москве. Замечательная погода, 7 мая. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Приятного просмотра. Уважаемые зрители, подписчики канала. Вечерний маэстро. Где-то здесь приехала Ксюшка. Сейчас мы ее найдем. Вот он. Кто там? Здрасте, приехал. Ой, какое у тебя кольца. Я тебя вижу, а то я тебя машу. Попросил побрать. Ну, пойдем, я тебе подарок выдам. Так. Я только прибыла сама. Какой подарок? Ну, зачем мне, как для мужчины, дарят белье, которое для мужчин. А, для мужчин, полосатое. Да. А для женщин как, в кружочек, да? Нет, там сердечки в розочку. Ну ладно. Давай, тогда я тебе тоже подарок подарю. Это тебе вот курточка от подписчицы Юлечки. Куртофанчик тебе от подписчицы Юлечки. Все чистенькое, все новенькое. Купана. Все ауенно. Капюшон главное, капюшон. Да. Я прям даже одеваю сразу же. А это тебе лично от маэстро. Маэстро, подожди. У меня не три руки. Я куда-то своими грязными ручищами. Твои руки чистые, я мыл. Подожди, я не могу разобраться. Ну, подожди. Залази. Давай, надену тебя. Да отойди ты, я сама надену без пневмика. Блин. Я не знаю, маловато, да? Не маловато, нормально. Дело в том, что у меня просто два рукава мешают наползти, но натянуть не помочь всего. Тебе. Мне? Да, помочь. Куда ты? Пасха, давай. Давай, помогу. Давай, натягивай. Давай. Наяривай. И старайся, вот. Это просто жилетку надо было снять. А так, да, все окей. Ну да. О, куда ты так еще? Утепляюсь, я сегодня всю ночь буду гулять. А что это вдруг решила? Что ты вдруг решила загулять? Я получаю ружка навсегда. Навсегда? Да. Он мне сказал, вещи забираю, уебывайся куда хочешь. Ну, я ушла. Вот так вот. Да, он сразу. А это мои трудности. Так что не суйтесь туда, куда не надо. И вот тебе, смотри, джинсики. Это... сумочку. Женщики вообще новенькие. А это тебе. Спасибо большое. Ну, а что вы там опять-то, блин, не знаю. Короче говоря, Игорь заплатывал свой телефон в залог. Надо же было быть на связи там с начальством, со всей. Ксюха говорит, дашь? Я говорю, ну ладно. Я симку положила в сумочку, в результате из сумочки я ее не смогла найти. Симка у меня помахала мне рукой. Офигеть. А сейчас ты с чего телефона звонишь? Просто попросил у кого? Да, там знакомый на Минске. Я ж пешком пошла. А в оконцовке, ну, запыхалась, думаю, нет.
Фир, ложку будешь? Нет, я на нее смотреть буду, пока минералку буду. Ты рисуешь, ты будешь или не будешь? Да ты наливай сначала, а потом уже. А нихуя наливай, зарла только. Стаканчика нету. Ой. Где наша не пропадала? Мы из горла тоже пьем. Ну мне похуй будет. Ну и чего ты думаешь? А? Лазить на улице? Лазить? А че? Где наша не пропадала, да? Где наша? А что, 35 рублей в кармане, как ты думаешь, это интересно, нет? 35. И покурить хочется. Я тебе могу мелочи сыпать. Я ж по магазинам не умею так. Блядь, курить не надо, чего надо. И то. Саня, ебать, нихуя ты, блядь, поделись. Ага. Отстань от человека, поделись. Какой большой калмаш. О, мне даже маску оставили. О, блин. Такое... Это все твои вещи, которые ты от волка забрала? Нет, у меня еще... Маска. Нет, это маска в этой куточке была. А. Посмотри, мы же там деньги есть. Быть добру тому человеку, который помог хотя бы мне. Курточки с капюшоном. Да, Юлечка. Маски шоу. Юлия Владимировна, спасибо. Со всеми праздниками. Да, и тебя тоже. Спасибо. С Днем защиты насекомых. Главное, с Пасхой. Христос воскрес. Мысль воскрес. Ну, только трезвый был день. Яйца помадой не красила? Яиц не было, помада только была. Чьи яйца красили, легче. А вот хотелось сегодня покрасить. Чьи яйца красили? Только уже поздняк было метаться. Мне чуть лицо не накрасили. Вот жилетка-то у меня зря подняла. Но, с одной стороны, ночью это хорошо. Ну, не мала она тебе, нормально? Нет, просто на эту, на жилетку. А так оно, то, что мне нужно. Сейчас. Главное, карман хороший. Понимаешь? Понимаю. А чего нет, он смотрит на тебя, блядь. Блядь, поставьте, пожалуйста, блядь, Санько Маэса, лайки. Лайки, только лайки. Побольше лайков. Блядь, молоча. Какой же тебе перегар, мама не горюй. Так свежак, только жив, блядь. Пойду я еще. Свежак же, стоял. Ксюха, осторожно работает ОМОН. Ставьте лайки. Кто там на базе? На базе? Все. Аслан. Аслан и все? И что? А Бульба? Ай, какой ну, красавчик. И возьмите его в мужья. Нет, мне габаритный не нравится. Чего? Мне нравятся вот такие стройненькие, как Саня. А, худенькие я. Да, а то это опять тело Саня ляжет на меня. Я не подвигаешься. Я сейчас это сильно стройненький стал. 69 килограмм. Куда ты сохнешь, Санёк, Александр Николаевич? А ты весы есть, блядь. Я когда сюда приехал... Я при своем вот росте, да, я на приемке взвешивалась со всей своим обмундированием, ну, там, кофта, куртка. Бронежилет. Было 57. Хера себе. И если скинуть всю эту одежду, тогда сколько я? 53 где-то? Суходрич тогда называется? Суходрич. Ёшки-матрёшки. Я сюда ехал. Весело 121. А сейчас сколько? Блядь, не знаю, весом нет на нихуя. Хуй. Это ты с пауком 121 или без паука? Не, паучок не надо, Жорика моего трогать. Пацанам, ставьте пацанам в лагеря лайки. Пацаны все страдают. Страдают, да, я вот танчику никак не могу закинуть что-нибудь. Пацаны страдают, блядь, ебать, блядь, сука, блядь. Черная, сука, блядь. Черная, блядь, лагеря нихуя. Красные, сука, мусора, блядь, давят. Ой, давай не будем за это. Давай. Я в этом ничего не шарю. О, Санек. О, там вывеска с 9 мая уже Санек повесили. Ельцу сюда, Ельцу передам. О, Ельцу. Ельцу давай передадим. Елец. Короче, там есть такой Таллаев. Сейчас, погоди, Амир. Погоди. О. Есть Ельце, сама Таллаев, Амир. Блять, хороший пацан. Охуительный, блядь. Может, блядь, знаешь, может узнает на камеру, блядь. Пускай узнает, блядь. Ой-яй. Ой-яй. Стесняшка. Что ты стесняешься? Подглядывай.
Понял? Видишь, он маску надел. Не посматривай. А что, кашу пляю? Пить или бухать? Лагеря всем пацанам привел. Леха, кто? Два дня был трезвый, сегодня... Развязал? Пришла к нему гостья. Мария? Ну, не знаю, как ее зовут. А Мария? Ты знаешь, что он зовет сейчас? Ленка. Да там уже ничего нет, я уже все сняла. Лайки. Ставьте лайки. Ты че? Это. Я домой, блядь, будет. Будет возможность это. Поедешь, да? Блядь, съебу сразу это выделил. Я понял. Уважаемые подписчики, вот еще один у нас изъявил желание уехать домой. Блин, уехать. Есть, билет у него документы, есть, все. В районе 1000 билет стоит. А там тебе от Белгорода еще ехать, да? Еще 500 рублей. Еще 500 рублей. Короче, 1500 надо на билет. Ну и с собой в дорогу что-нибудь покушать. Дай покушать, я потерплю. Все равно хоть воды взять. Воды, да. Ну. Блин. Если есть у кого возможность, блин, помогите. Да, ребята, с пометочкой для паука. Подпольная. Для Жорика. Блин, как он там без меня, Жорик. Как он там, блин, поживой. Паук в тюрьме, блин, Жорик. Там Жорик у меня, блин. Он как рассказал, я угорал. Какой поживой, Жорик. А, гусь? Да. А там у этого нету хозяйства никакого? Ага, он сам. Как гусь? И не гусь. Последний доедает, да? Самое интересное, что вот хохотаться. Привез, видно, как раб сил. Сделай то, сделай это. То, что брат рассказывал, я прям в шоке. Он привык, что мама, папа за все заходит, и все. А далеко, вот, было бы поближе, да? Далеко. Час на метро и час на автобус. Еще полчаса. Ишкарусом. Ладно, когда ты идешь, ну, на веселее, это еще что, ты не один. Тын-тын-тын-тын-тын. Дорога на замену. А когда ты идешь усталый или с похмелья? Это, там... слышишь, а от кого волк все-таки в тот день выхватил, да? Я бог его знает. Когда вот я поехал-то его искать, и ты в этот вечер ушла. Бог его знает. Я слышала, что... Ну, морда не набита у него, ничего. Нет, нормально все, да. А, подожди, что-то были разговоры, что-то там, какая-то хлестово было. Я так не вникала. А Бульба там? А? Бульба, Сашка там? Сапой собрали. А что они там делают? Электрик. Две комнаты уже сделали. Две комнаты, 6 проводов кинуть. Там знаешь, какая система? Розетка, лампочка, выключатель. Там такая система. Это надо отковырять всю эту. От стенок, посмотреть, где провода. Ну там до этого бабушка какая-то же жила. Там, ну короче, пауки. Не понял. Жорики, блядь, там твои любимые жорики. Не, там, короче говоря... Слушай, мне, знаешь, какое пионерское задание завтра всем, блин? Что? Пожалуйста, распространи информацию, очень важно. Мне очень срочно нужен губа. Губа? Да. Ну это не ко мне. А, сидит сейчас. Где сидит? В пятнашке? Я сегодня встречался с сыном с его. С Женьком. Короче, он должен быть завтра здесь, и мы с ним завтра поедем к сыну. Короче, я его в пятнашку завтра пойду туда. Я схожу, заберу его. Потому что опять он чудит. Задолбал, а что он чудит? Что-то он с ментами-то. Короче, забрать его надо, да? Да, и чтобы он не пропадал, как бы на виду был. А что, ну со мной? Пусть я его заберу, и он, я тебе тогда сразу звонюсь. Угу. Санек, он со мной. Потому что сын хочет его встретить, возможно, он его заберет с собой в Тульскую область, ну, не знаю, там как получится. Там он собрался туда ехать опять. Кто? Он собрался туда ехать. Куда? Ну, где это Бульбаш? А туда, туда, его туда его не возьмут больше. Туда его. Туда его не возьмут больше. А что он там, блядь, он говорит, поехали, он на меня там кричит. Поехали, блядь, со мной туда, кроликов, какие-то кролики. Да, блядь, он уже тут разрисовал. Типа он там директор. Да. Ну это они могут.
Там, там уже он не нужен, он уже подвел один раз, второй раз, третий, сколько можно. Что это такое? Да. Ой, ну, блин. Короче, я его завтра найду. Да, надо найти завтра губежку нашу. Да. Я его сначала Чеснушка называла, а потом никто не понимает. Ксюх, вот я всем пытаюсь там объяснить, да, в Ютубе. Вот это только их знают, да, там губу, колючего, космоса. Колючий это привет. Вот, да, он где только не бывает. Вот сюда привез меня, колючий. Вот как они раньше жили, да, когда наша старая гвардия была. Это щемились. Друг за друга, а это сейчас рассосали. Саня. Ну. А ты хоть на гитаре, блядь, ты играешь охуительно на гитаре. Сань, вот как мы с тобой познакомились, да? Ты еще на Новослободской был. Ну да. Раньше здесь человек по 19, вот когда еще палатки были, собирались. Ну да. Толпой, ночью. Ну, картонки распилили, всю карту. А я сижу на рюкзаке. Знаешь, что сделал вчера, блядь, Маня? Коктейль, на Станкалит сбегали. Коктейль. А, выходит да. Прапор. Восто играем. Там, кто в Буру, ну... Играй, во что? Во что играем, на что играем. Он стоит так над нами. Так, ребята, 5 будет. Выходите, пожалуйста. По азарту. Так, только мусор забрали. Да. У нас мешок с мусором. Все баклажки туда. И кто на нем сидит? А нахуя стоит, правильно? Ара Джон. Ара. Охраняет этот куда мешок. Делся Ара, да? Вот когда был контент снимать, надо было. Когда они бегали с сценом здесь? Как его помнишь, это Джерико волокла, блядь. Это мне рассказывали, я не видел этого. За ногу, прикинь, этот, как собака называлась с породы? Не кавказец, а еще есть. Алабай. Алабай. Да, они же большие. Вот такой огромный. А он, короче... Он ее к ноге примотал. Да, он ее к ноге привязал и сидит, короче. Алабай? Она, да. Она его утянет. Она, блядь, А тут идут, короче, этот отряд этих солдатиков с собакой. А она ментовской формы не видит. Да, и она как ломанулась, блядь, и ору за собой. А он ничего не соображает.